Друзья, всем привет! Небольшое видео. Опять приехали отдыхать в Бор. Ну, пошел в лес прогуляться за грибочками. Может быть, что-то и попадется. Ну, и точно. Только вышел в лес. Вот смотрите, что мне попалось. Белый гриб. Ну, вот такой вот красавчик. Чистенький. Только-только вылез. Если вы смотрите мои видео, наверняка уже не раз видели, куда мы ездим отдыхать. Это Караканский Бор. Вот сегодня мы здесь второй день, но уже где-то через час собираемся домой. Вчера приехали вечером, порыбачили. Ну, про рыбалку я не стал видео снимать. Все одно и то же, те же поставки, те же судаки. Ну, а сейчас вот просто небольшая утренняя прогулочка по лесу. В поисках грибов. Вот там бабочек попался. О, красавец, спрятался. Вот еще один. И вот сразу же. Также попадается очень много маслят, но, к сожалению, они все уже червивые, даже самые маленькие. Ну, тем не менее, потихонечку пакет наполняется. Собираем дальше. А вот еще, смотрите, какой красавец спрятался. Вот он. Тут еще вот такие вот красавчики попались. Также в этом лесу полно коровников, но коровники я что-то не собираю, с ними возни много. А так они попадаются чуть ли не через каждые там 30 сантиметров. Ну, в общем, друзья, коротенький видеоотчет я для вас сделал, чтобы вы не думали, что я где-то пропал, а именно занимаюсь своими любимыми делами. Езжу на рыбалку и лазю по лесу, собираю грибы. Так что всем пока-пока, до новых интересных видео.